Мам, что это тут? Ваня, включи. Привет, и сегодня мы будем лепить рожер-рожер. А, and forming gram grass какой-то, но я по-английски еще не умею разговаривать почти мало, поэтому я не знаю, что там сказали именно дословно. Просто знак, включена запись. Так вот, сегодня мы будем лепить вот такой рожер. Не обязательно голубой, потому что я голубой лепить не буду, я буду лепить стандартный желтый. Есть еще много других цветов, я скажу желтый. Хотя можно не желтый. Давайте я слеплю черный. Черный. Есть черный. Знаете такую машину? Они рассказывали, что ты лепишь, какую форму. Я леплю рожу, боже, пока просто, так сказать, разминаю кости. Я леплю, как называется это, прямоугольник, на котором держится вся машина. Потом я буду лепить стекло. Теперь лепим стекло. Сейчас мне надо только открыть. Мне надо открыть пластилин. Мне не хватает черного. Делаем вот такую, как сказать. Вот такую форму. Дуги. Такой небольшой. Не сильно большой. Теперь на капоте. Надо мне ставить капоту. Тогда как-нибудь вот прикрепить поближе к заду. Сзади, потому что там ничего не идет. В капоте-то двигатель. Теперь серым лепим двигатель. Вот у тебя как раз серый. Так что у тебя на двигатель полно пластилина. У меня вот серого мало, я смешиваю. У меня его не то, что мало, у меня его в этой пластине нет. Но в коробке, только в других. А у тебя вагон целый. Сможешь сделать хоть 100 таких двигателей. На черный я смотрю, что у тебя мало. Или просто нету. Где? Ну, вот черный. Это немного смешанный с серым.
Она чистого сирония, поэтому у меня вот такой. Что надо сказать? То черное, то белое вообще, то черное, то серое. А у тебя? Повезло тебе, у тебя много. Так, лепим квадрат. И прямоугольник опять. Маленький. Теперь этот квадрат вставляем по низ прямоугольника. У нас получаются вот такие вот штуки торчат. Сейчас. Вот. И теперь сверху такую, как камеру. Короче, модная, стильная и быстрая машина. Так, но стандартная у нас была бы желтая. У нас черная. Ну, тоже стандартно есть же черная, но уже уже. Любая машина любого цвета есть. Даже Hot Wheels. На прошлом занятии мы лепили бомб-шейкер. Так что мы будем собирать коллекцию. Если хотите тоже коллекцию, приходите каждое занятие. И у нас будут коллекция машин. Роджер, Доджер, бомб-шейкер, Дэниел Третий, Шар-Крузер, Бьюнитар, Молосаурус, Футуризма, Дензима, Рипро, Мегаманда, Рондо, доставщик гамбургеров. Ну, я его так называю, не знаю название. Доставщик гамбургеров, да, я называю вот так вот машину. Здесь гараж Hot Wheels, вот. Эту машину называю доставщик гамбургеров. Нет, потому что это название так же, как Родва. Я его тоже называю Родва. Как самолет, такая машина. Стекло, как у Муки. Теперь устанавливаем на капот этот двигатель. У нас будет такая коллекция машин. Даже, возможно, будут разноцветные. Это ж вообще много одной коллекции машин. Круто. Я хочу сделать полную коллекцию машин. Вот у меня будет Роджер Доджер, Бомб Шейкер, Дэниел Третий, Шар Крузер, Бьюнитар, Модосаурус, Футуризм, Дензин и так далее. Поэтому приходите, если хотите тоже коллекцию. Буду прям подряд лепить, но иногда может у них Hot Wheels что-то другое для разнообразия. Потом опять их Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels, еще раз Hot Wheels. Вот так. Покажи. Вот. По-другому. Переверни, чтобы было вот так вот. Вот так. Спереди вот так вот можешь сделать. Да, только у тебя вот буграми так. Вот, покажи. Смотри. Подвинь сюда. Извини. Вот. Вот. Где у тебя двигатель? Покажи. Вот это вот. Вот-вот ты его подправь и сними. Минутку. Чтобы он был поменьше. Нет. Чтобы он был такие штучки всякие. Вот видишь, двигатель. Сейчас покажу. Он не просто как единый кубик, а у него вот такие вот там всякие Да. рисунки. Вот ты, может, знаешь, как сделать? Смотри. У тебя кубик. Очень просто. Просто берешь.
местами пальцами. Ладно, такие вот заковыристые делаешь. Все. Все. Уже какое-то необычное. Это необычный набор. Вот ты сделай так по бокам пальцами, придави. Покажи свой кубик. Придави по бокам пальцем. Только не когда машина, а без машины. А то ты машину можешь сломать. А. Что его надо снять. А кабину целую. Просто вот так вот подразворовняй. А то она у тебя тоже как кубик вставлена. Тогда будет понятно, потому что сливается. Вот, с единым цветом, непонятно. А форма этой машины должна быть вот так? Да, примерно так. Я пока буду делать стекло, чтобы у меня тоже не сливалось. У меня тоже может слиться. О, у меня как будто бы волшебная палочка. Смотрели Гарри Поттера? Посмотрите. Кость вашего отца, отданная без согласия. Еще как будто бы сверло какое-то. Как будто оно что-то бесконечно свербит. Так, ну, уже почти готов к гонке. Вот такой двигатель хорошо. Да, шикарно. Молодец. И кабину чуть-чуть исправь. И будет круто. Как Джокер.
Теперь будем огонь рисовать. Даже я бы сказала не рисовать, а вырезать. Огонь почти. А, я еще кое-что забыл. Бензобак. Бензобак забыл. Можем розовый тоже готов. Или еще нет? Сейчас сверим. А, нет, еще ему нужно бампер сделать. Так. Бампер еще нужно сделать. Так. Теперь, наверное, на фары надо рисовать. Рисуем спереди. Палку, шум, палку соединительную. По бокам еще палки, чтобы были фары. Ну, а спереди. Сами знаете, что. Радиатор или бампер, или радиатор, по-моему, щиткой-то.
Скажи, мы-то знаем, а ты-то не знаешь, это радиатор или бампер это называется. Так. Представляете? Я ножом отрезал скульптурный пластилин. Он у меня погнулся. Представляете? Я им почти-то и не резал. Ну так, режу, погнала. Он у меня погнутый. Я его специально, этот набор брал со стеками. Чтоб у меня нож был для скульптурного, он режет, но он согнутый. Он тупой. Мне единственное, что самое острое, это вот. Игла. Ну вот еще есть. И то она может погнуться, если им скульптурно лезет. Но это не думаю. Вот острое. Ну, оно такое. Просто здесь попадается повторно. Что может быстрее, что попей. Что? Сейчас, вот, например. Фигня. Он почти не острый. Что у тебя весь стык запачкан? Короче, мой любимый стык это вот это. А, ну вот еще есть. Ну так, по острости не сильно. Деревянный нож. Короче, самый мой любимый стык это либо вот какие-нибудь по типу, например, вот. Ну вот это есть как-то, да. И вот это, и нож, которым я еще вот такой вот делаю. Сейчас покажу. Вот так. Видели, я так делаю? Вот. Мне вот этот вот так очень нравится. Еще кольчики такой вот. Ты можно порезаться. Чуть тыкнешь все. Он в чехольчике, поэтому да в чехольчике не тыкнешь, а так-то и не будешь. Так тык-тык в пластилин, всё, и закрываешь. Я уже мастер по закрыванию этого предмета, могу вот так вот его закрыть. О. Оп. Всё закрыто. Могу с закрытыми глазами. Видите? Закрыт с закрытыми глазами. У меня рожер должен готов, а у вас нет еще? Покажи. Я еще не сделал колеса, не сделал фары. И не сделал одна фара. Двигатель. Но у тебя двигатель больше, чем кабина. Да у меня есть и такие Hot Wheels. Сейчас покажу один из них. Покажу, какие. У меня вот любимая машина Bone Shaker. Футуризмо. Ро 2 и Рипро. Тебе Магманда нравится?
Тебе Магманда нравится? Еще Модосаурус неплохой. Бионитар. Ну, так себе. Есть любимая игра Hot Wheels Unlimited. Можете тоже поиграть. Там очень долго надо играть, чтобы все машины получить. Я там уже эксперт. У меня там уже столько машин. Я сейчас прохожу от синего доставщика гамбургера. Это я уже, наверное, не 60 играю. А то и больше. Не, наверное, я покажу больше. В конце урока. Ладно? Хорошо. Так. Молодец. Это у тебя займил третий или Роджер? Это Роджер. Это. Дожер. Это футуризм. Я сам не разбираюсь. Не разбираешься? Покажи. Вот это вот похоже на бумшейкер, да? Да, Да. похоже на А бумшейкер. Это. А вот это похоже на Вимил Третий. Ну, может, Рожер Дужер. Я ж не знаю, что, как его у тебя затея. Или это футуризм? Хочешь, я покажу их фотки? Вот моя любимая игра. Сейчас я в ней вам покажу все фотки машин, которые у меня есть. Ну, а у меня все есть, наверное, по-моему. Все, какого цвета делать окна? Ну, пожалуйста. Серого. Можно их вообще никак не делать, так оставить. Как хотите. Вот смотри. Вот смотрите, для тех, кто не разбирается. Вот Роджер Доджер. Вот. Вот первый. Вот у меня раньше такая же была. Вот мы лепим сейчас Роджер Доджер. У меня раньше такая же. Я разбилась, у меня где-то 100 штук. Нет, их не... Ну, да, их очень много, но вот мои любимые, их не 100. Вот эта машина, которую ты сейчас показал, она самая первая дается в игре. Да. У тебя есть такая игра? Не, у меня раньше Есть такая игра? Не, у меня раньше была. Игра? Раньше. Игра, да? Раньше была. Да. У меня Hot Смотри, Wheels где-то вот это штук Роджер 100. Дружер. Да, вот такая Или была. вот это Роджер Дружер. Это Бумшейкер. Вот это Займил Третий. Роджер всегда самый первый. Вот это Шарпунди. Это Модосаурус. Это Бьюнитар. Да, я такой. Это Ро. Вот это я не знаю. Это Магманда. Вот это я это знаю. Футуризм. Это доставщик гамбургеров какого-то. Ага. Ну, я его называю доставщик гамбургеров. Вот это называю Рональд 2. Я не знаю, как он. Какой-то Рональд 2. Вот это Данзила. Вот это вот монстр траги платные. А вот это найншифтеры платные. У меня где-то Hot Wheels А еще есть штук всякие. 100. Есть вот Muscle Bound, например. Вот на постерах. У меня, видите, постер. Вот есть постер. Например, Muscle Bound. Вот найншифтер.
Видали, у меня целая стена постеров. Вот, от пола до потолка. Ну, не от пола, совсем от пола. Вот отсюда и до потолка. Я его залазил на стремянку, вешал постер. Я считаю, что это красиво. И еще у меня есть там стена. Тоже много постеров. У меня почти везде постеры. Я журналы читаю, и у меня от них постеры. Я уже столько журналов перечитал. Это, наверное, как... Знаете книгу «Гарри Поттер по Волчьей»? У меня Арина читала ее. Вот знаешь ее толстость? Ну, примерно вот такая. Ага, она вообще толстая очень. Вот я журналов перечитал столько же, сколько я перечитал бы Гарри Поттера. Вот по стопке, если сложить в сумме, может даже больше. Прикинь. Я не знаю, там по страницам как. Вот по стопке объем такой же. Я посмотрю. Представляете? Я больше 100 штук перечитал. Наверное, штук 200. Столько же, сколько у меня Вот. Hot Wheels'ов. Наверное. А покажи свои Hot Wheels после урока, как ты Ладно. говорил. Все? Мы уже так-то заканчиваем. Я вот Сейчас. еще жду вас. А я уже слеплю. Хотите, может, еще сегодня в третий начнем? Как вам такая идея? Можно еще что-то слепить сегодня? Давайте тогда еще Flaming 3 начнем. Что? Хотите? Что? Хотите еще Flaming 3 начнем? Ну, это тоже Hot Wheels машинка. Я вам Сегодня? покажу, да. Хотите? Во сколько? После О, этого сразу? нет, прямо сейчас вот. Я Рожер уже долепил. Вот прямо сейчас подряд. Ну, сейчас я Скажи мне, что не надо колеса. отключаться, переключаться. Вот сейчас слепил. Рожер, раз у нас еще время есть, вы хотите полепить, можем прямо сейчас. Вот прям просто сказать так же. Всем привет, сегодня мы лепим Flaming 3. Все, и лепим Flaming 3. Хотите? Да. А вот же, я потом... Все хотят? Да. Да. Ну тогда давайте. Сейчас только можно сделать колеса и... Хорошо, делай колеса, я пока найду фотку тебе. Давай. А я сейчас закрыл скрин и сделаю. Вот, например, здесь. Какого цвета слепим? Какого цвета слепим? Ты какого будешь? Ну, давайте. Давайте слепим синего. Да, покажи мне машину А, фото. он здесь не синий, он здесь голубой. Покажи мне. Да, я покажу скриншот. Сейчас. Давайте тогда красную. Вот. Ладно. А. Сейчас сделаю скрин. Я потом еще после урока сделаю подставку для их, для них. Круто. Все, я готов. Вот скрин. Вот как выглядит на интересе. И у меня все такие выглядели. Вот разные цвета. Вот запоминай, чтобы потом хотя бы их различать. Ты можешь вообще фото всех посмотреть, но в Hot Wheels даже в фантастическом миллион машин не этих. То есть эти, они, наверное, самые редкие считаются, или как, я не Я знаю. видел. То есть их очень мало. Ну, не очень мало, но если вот на фотке в Яндексе набрать, ты будешь очень долго искать, чтобы прям все найти. Или хотя бы почти все на фотке. Может, например, быть что-то такая, 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 я не знаю их название, может, у них есть название, может, они без названий, просто по маркетам. Mercedes, Ford. Ну, очень много машин, да, может быть, например, только один. Вемин третий, там, Бьюнитар. А все остальное какие-то другие.
Вот как, например, здесь на полстри. Один какой-то скорпион, я не знаю его название. Вот один какой-то. А, нет, это дракон какой-то, это скорпион какой-то. Вот эта акула у меня вот есть. Это, третий, а вот это шар-крузер. У меня было. Вот это? Да, нет. Шар. Вот это? Да, я поменяла. О, у меня нет, вот это шар-крузер. Четвертая машина по имени. Я знаю, мне не очень понравилось, я поменялся с другом. Понравилось. Вот у моей сестры есть какая-то машина акула, но она не Hot Wheels. На Hot Wheels всегда снизу написано Hot Wheels, а там не написано Hot Wheels. И, кстати, когда вот этот шар едет, ну, типа, когда... Шар-крузер. Шар-крузер — это машина акулы в переводе на английском. Так он когда едет, у него открывается, закрывается вот. Да. Просто пожирает трассу. Не вот знаю, это в игре говорят. Новый приз скоро будет. Новая версия Шар-крузер. Просто пожирает трассу. Молодые люди, мы очень извиняемся. Яромиру надо уходить в театральную студию. Он досмотрит вас в записи и сделает все, доделает. Хорошо. Все, вам удачи. Хороших Спасибо. побед. Ребята, у вас идет еще занятие? Вы лепите, да? Да. Мы планировали слепить еще за минут 3, я тогда начинаю. У вас есть еще 18 минут, так давайте. Сколько? 18. Ой, мало. Мало. Мало надо. Надо быстро, чтобы успеть. Или тогда не надо начинать. Надо тогда... Все, говорю, всем пока. Так, начинаем, да? Переговорим всем. Я принесу его. Я сделал. Молодец. Так, теперь приступаем к времени. Вау, и она стоит. Красного? А? Да. Красного цвета. У тебя есть цвет красный? Просто у меня мало. Красный. Мало? Ну, вот столько. Какого у тебя есть много? А, нет, у меня дофига его. Вот. А, ну, тогда лепи, отлично. Просто у меня тоже его дофига. Там половина, и еще здесь пластины. Мам! Мас? Ладно, сейчас, я возьму ножницы. Я тут. Мама, можешь помочь открыть? А то у меня в палец колется. Мой больной палец колется. Ваня, расскажи, что ты лепишь сейчас. Ему лобок. Я люблю лепить почти так же, как у Роджер Доджа. Раньше все похожи. Просто кабина там немного отличается, двигатель. Просто один, например, джип, другой. Седан, третий хэтчбэк. Там вообще какой-нибудь универсал, пикап, кабриолет. Еще может. Кроссовер. Так. Теперь лепим кабину. Лепляем кабину. Она очень простая. Сам Демиан Третий не сильно простой, потому что у него ступеньки, разные цвета, кабины там, еще сзади вот крылья. О, Роджер, короче, наверное, самый простой. Согласен? Или нет?
Мне вот Бомшейкер очень нравится машина. У тебя какая любимая машина? У тебя какая любимая машина? Какая у тебя любимая машина? Тебя звук выключил. Не знаю. Нет, А у почему меня не знаешь? из Все Hot знают. Wheels. А? Из Hot Wheels. Да. Я на Toyota Supra. Toyota Supra. Да это супер. Я такой не знаю. Ладно. Покажи, у тебя есть? Может, и нелюбимая. Понятно. А у тебя есть вот... Да, классная, мне тоже понравилось. У тебя есть вот такие вот из вот этих вот, которых мы сейчас любили, из тех тебе, которые нравятся, Бомшейкер, там, Винтрейтер, Ружер, Дужик, ну, все вот эти, я вот показывала. Тебе какая больше всего понравилась? Мегаманда? Я не был на тех уроках. Вот, я только что показывала, потому что сейчас был. Вот, Артур еще здесь сидел, я как раз при нем показывала. Я А как что-то раз не ему помню. показывал фотомашину. Или не видел, или не помню. О, у тебя Дэмил третий будет огромный. Или это ты не все покрасишь? Просто кусок. А Если хотя... бы ты своего куска все бы потратил, то у тебя Дэмил третий был бы Все где-нибудь. сделано. Ладно, сейчас. У меня вот столько нету. Хотя, может, и есть. Это новое совсем. Я вижу, он у тебя прям мнется, как глина. Такого куска хватит? Да. Да. У тебя есть полимерная глина? Нет. Лепил когда-нибудь из нее? Вот у тебя она сейчас после пластилина имелся как большой кусок полимерной глины. Я из нее лепила. Можешь показать? Я как таковой поделки мало там слепил, в другой комнате лежит, сам набор глины могу показать. Ладно. Слепил какой-то пончик. Вот. Она держит форму сильно. А? Она форму держит. Да. Она застывает, но это ты просто так не сделаешь. Это надо какие-нибудь курсы покупать, чтобы знать профессионалом быть. Это надо ее там запекать по-особенному. Нельзя в этот момент трогать, когда, короче, запекаешь, какие-то пары вредные выделяются. А еще, когда лепишь из нее, нельзя трогать глаза, нос. И это не в обычной печи лучше делать, а какими-то другими способами, фен или кастрюля, потому что в обычной печи может попасть какие-нибудь остатки, а потом в еду. Мне такого не надо, спасибо. Но мы тоже так решили, что нам не надо запекать в печи, и мы решили запекать не в печи. Ча, ты смотрел мультик или фильм про улитку Турбо? Нет. Нет? Что тебе нравится? Да. Что тебе нравится? Я смотрел, просто я слепил. Я могу просто показать. Понятно. Это улитка из мультика. Вот. Понятно, круто. Мы за 10 минут успеем.
Тогда давай. Лепим кабину. Затем делаем крыло. Затем лепим такие вот треугольнички и ставим как двигатель. Какие, какие? Вот. Ты застыл. Батарея опять сдохла. Эй. Ты застыл. А все, Ваня вылетел, но сейчас подождем.